Вот мы приехали проверить наших малышей. Это кто это у нас тут такой? Это кто это у нас тут такой красивый? Вот, вот, мои хорошие. Так, а маска как у нас скачет. Как дела, ребятки? Рассказывайте, вы подружились? Подружились. Кай, Кай, Кай. Ну, как ты тут? Как ты тут? С маской дружишь? Маска. А, это маска у нас такая. Это у нас такая маска. Как тебе веселее с ним стало, Масленька? Веселее? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Моя зайка. Чё там? А. Да. Да. Кай. Ну как ты тут? Как тебе тут живется? Расскажи. Расскажи, как тебе тут живется. Пообвыкся? Масленька, не обижает он тебя? Он тебя не обижает, моя девочка? Веселее вдвоем? Что, болячки у нас все зарастают, да? Ну что такое? Ну что такое? Ну-ка, покажите мне, какие вы молодцы. Покажите мне, какие вы молодцы. Маска. Маска. Нравится тебе твой дружочек? Сейчас я к вам еще зайду, ребятки. Пошли посмотрим, как там Кэнди у нас. Сидите пока. Да, с Кэнди пока все, конечно, не так, к сожалению, хорошо. По-прежнему она сидит у нас вот так вот. Закрыто. Кэнди. Кэнди. Кэнди, моя девочка. Кэнди. Кэнди. Кашка вот у нее здесь. Так, конечно, все чисто. Кэнди. Кэнди. Вот у нас наша лапа. Толик тут все обрабатывает ей. Конечно, как долго мы будем приводить ее в порядок, и когда она у нас начнет верить людям, очень большой вопрос. Потому что пока вот ее так привезли, так она и лежит. Кушает, по всей вероятности, она. Но когда никого нет, по вечерам, по ночам практически не двигается. Конечно, собакой надо заниматься, с собакой нужно проводить побольше времени. Кэнди! Кэнди! Кэнди, моя сладкая. Кэнди. 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 Кэнди, иди ко мне, пожалуйста. Ну нет, с Кэнди, конечно, придется еще очень много работать. А вот с Каем все хорошо. С Каем все хорошо. И благодаря Каю даже маску у нас. Вот такая жизнерадостная стала. Кай, ты молодец. Ты терапевт. Ты терапевт, да? Ты терапевт? Да, масочка? Да, моя девочка, да. Это кто такая красивая?